Здравствуйте, друзья. Зовут меня Елена. Проживаю я на севере Московской области. Ну вот, приехали мы в Леруа. Ну и для чего выращивать петунью из семян, когда 10 штук стоит 233 рубля. 23-30 одна штука. И для чего ее выращивать? Мучиться с ней. Анюток я сейчас возьму. Правда, цену пока еще не вижу. В общем, чего тут только нет. Но это я здесь сейчас. Сейчас я дальше. Правда, я не знаю, как он будет снимать. И как выкладывать, я тоже не знаю. Вот фуксия маленькая. Совсем 132 рубля. 400 рублей. Горшки вот побольше. Вот 288. Бархатцы. Низкорослые, какие угодно. Так. Виноград. 533 рубля. Черный, белый. Так. Это я не пойму, что такое. Надписи здесь я не вижу. Хвойников. Каких угодно. На цены на них читать я не буду, я так вам покажу. Целый лес. У меня просто времени особо нету. Мы с соседкой. Вот это, наверное, яблоня. Сейчас я попробую посмотреть, что это такое. Да, яблони индуница двухлетние. Цену не вижу. Бесценное. Все бесценное. Ну, все недооцененное. 598, наверное, вот они ценники стоят. На розы? Да. Ага. Наверное, да. 598. В общем, чего тут только нет. Цвета все на красный. Главное, чтобы был мешок денег. Бегонии. Сейчас я возьму еще какую-нибудь бегонию. Цен тоже не вижу. Так, ладно, сейчас я вам чуть-чуть еще покажу. И потом. Так, вот здесь полным-полно всего. Бегонии, он уже совсем цветущие, здоровые. Так, ну это ирисы. Это я не знаю, что. Те, кто цветами занимаются, те знают. Я что тут должно быть написано? Без очков не вижу. Герани. А нет, виола в кашпо. 565 рублей. Наверное, ампельные. Так. Это сирень какая-то. Ну, вот это вот клематисы. Вот такие вот малюсенькие стоят 700 рублей. А сирень это стоит 3500. Клематис чуть побольше, но желает, конечно, он быть уже давным-давно выброшенным. Цена на него 1333. Вот есть совсем малюсенькие, при этом они все умершие, 555 рублей. Тоже такие же, по 555 рублей, но жизни в них нету, в этих клематисах.
Проходите, проходите. Это должен быть колебач. Я говорю, 555 рублей, умершее все. Просто. Климатис 1100. Это только один какой-то. Дохлятина лезет. У меня они так пропадают, я не знаю, 20 штук посадил. Да вот я тоже хочу купить, но вот, ну вот эти вот 1800. Смотрите, вы знаете, надо брать вот такие. Не, я, наверное, вот там по 600 рублей есть, я, наверное, там я имею возьму. В виду, чтобы вы смотрели, вот такие надо брать. А. Не надо других больших крупных, потому что вот эти вот нарисованы, они, и вы их не увидите. Ну понятно, это у нас так всегда. Вот. Бегония 292 рубля 10 штук. И для чего мучиться из семян выращивать? Потом те, кто умеют, начеренковали, и все. Кстати, это лапчатка 655 рублей. Вот климатис тоже такой красивый нарисован. Тоже 1100. Сирень микс. 733 рубля. Колокольчик. Пожарского 242 рубля. Но это уже по одной штучке. Рябина черноплодная. Вот еще клематисы стоят. Клематисов, конечно, очень много. 598 рублей. Ну, так, это георгины, 163 рубля, 4 штуки. Уже вот даже есть, которые цветут. Лилий, тоже он выбор огромный. Сейчас я посмотрю, может быть, я здесь... лилии какие-то выберу. Даже он по 100 рублей есть. Ну, в общем, кому если интересно, то выбор, конечно, огромный. Всего, чего хотите. Гортензии 833 рубля. Ну, гортензии, конечно, хорошенькие. С клематисами не сравнить. Ну, все, дальше склад пошел. Это тоже гортензия. Гортензии я брать не буду, потому что я сажала, и что-то они у меня никак. Ну, я с цветами вообще не очень сильно дружу. Так, ладно, все, всем спасибо за внимание. Обзор я вам сделала, как смогла. Правда, что снимаю, тоже не вижу. Да еще на этом телефоне. Ой, с той стороны сейчас еще пойду. Лилии есть уже пророщенные, большие. Видите, какие? 273 рубля. Арункус какой-то. Астильба микс. Ну, вроде как все. Ладно, потом что-то куплю, покажу тогда. А то времени у меня нет особо. Вот розы уже на бутонах. 618 рублей.
и не очень удобно тут снимать. Вот тут розы тоже, видите. Правда, не факт, что они будут живые. Парковые, тоже парковые. А нет, это плетистые. Потому что, судя по их этим веткам, они все высохли уже. Все, закончила я вам показывать. Потом то, что куплю, я вам покажу, конечно. Но еще, правда, это надо как-то выложить.